Большая плита, видишь? Левая, да? Да. Левая на земле стоит. Сейчас я на нее наведу. Все, готов? Ага. Центр, голову в центре. И в центр огонь. Низко. Мушку целик ровно держи. Вот я завтра его отпустил, выкручиваю и все. Но опять же, ты с него потом 12 гигабол кончили. Давай еще раз. Да, куда целился? Куда целился? Куда целился? Не знаю, у меня там. Ну, примерно белые. Их тебя. Я там не различаю там. Вот смотри, вот белую под него подводи, под белую, только ты влево дергаешь. Держи четко мушку цели, четко держи. И под мишень. Целься под мишень, чтобы мишень была над мушкой. Понял? Ты слишком низко, это так не может так низко лететь. Я еще выше поднял, а ты еще ниже стрельнул. Влево дернул. Заначка. Заначка пошла, да? У нас вот это? А заряжать есть правила какие-то? Ногу на место поставь. Я не нашел. Ты выше ушел. А почему даже будет заказывать? Выше, потому что мы совсем выше. Ну. Куда? Центр целься в голову его. Верхнюю часть его. Оставь только маленькое пятнышко над мушкой. Где этот самопал?
влево уходит, да, у нас? Вот эти продолжения. Все, центр. Да, под мишень, целься под мишень. И правее. Не можешь так быть, я тебе ставлю все выше, а ты еще ниже отпускаешь. Это такого, да ты метр ниже мишени стреляешь. Я тебе пятерку ставлю, ты еще ниже стал стрелять. Такого же не бывает. 400 метров, и так стоишь на 400 метров. Центр стреляй. Не торопись, спокойно палец обрабатывай, спусковый. Низко летит. Я не знаю, вы или не видите мушку, что ли? Мишень не видите? Ну, ниже попал, да? Конечно, на метр ниже мишени. Нет, 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 еще, по-моему, один. Что, все? Все, потренировался. А этот, это хотел отработаться? Расслаблять надо? Расслаблять можно? Так он не торгуется, финансовый расслабляет. Все же для армии рассчитано. Что, здесь надо будет, да, что-то делать? Ну, там шлифовать надо. Снимать его, шлифовать, расслаблять, отрывать, варить. О, что-то легкий становится. Все? Дети, кстати, посмотрите. Смотрите. Не попадать надо. Если выше, значит он даже выше этой плотки, что ли? Нет, он просто в дальнюю стенку попадает, если не видишь эти брызги. На 300, на 200, на 300 когда... Так, уши одевайте, мушки. Знаете, вот свои гильзы собирайте. То, что дальше, все это ваши гильзы. Вот начинайте отсюда, все собирайте. И вон ведро. Когда я с собой заберу. Кирилл? Все? Собирай. Вот все, это все ваше улетели. Кучу соберу потом. А у тебя что, еще потом еще? Нет, да, трактируется. А-а-а. Асан, ну? Соберешь, соберем, с собой заберем. А, все, окей. Пакет приносил, ну? Он же пакет. Пойдем, хозяин? Посмотришь? Посмотри за ребенком, да? Окей, стоп. Но я же ружье. Все, знаешь, как пользоваться? У меня просто оправу там... Окей, это кутырин бассейн? Кутырин, да? Она видела. Так. Ну, с этим не пойдет. Он, да, записывает, кстати. Да. Не-не, это четвертый. Да? Че один? Готов? Да. Внимание! Не попал. Высоко. Внимание. Второй оператор. О, видишь, я попал. Внимание. Готов? Внимание. Выше, да, прошло? Выше. Да, чуть ниже, оказывается. Внимание! Так, стоп. Тоже заклинил? Руки забились. Да. Ну как? Понравилось? Да. Внимание! Сейчас. Оп!
Кто следующий? Он? Катя. Это шутка, конечно, да.